Всем привет, с вами Пенни Пресс. И сегодняшний выпуск у нас посвящен Изидропу. Кейс батл меня бородит. Что-то на Fire Skin мне неохота, на другие сайты как-то тоже. Буду, в общем, мучить сегодня снова Изидроп. Кстати, там вот сверху промик бегает. Можете пополняться. Лютые скины вам в окуп. Ну, а мне приятный бонус от реферальчиков. Так, какая у меня сегодня будет стратегия? А, стратегия. Вот, завтра же будет у нас быстрый розыгрыш. Только скинов у меня на быстрый розыгрыш не осталось, поэтому завтра я разыграю сатен. Сатен на кивас, разыграю. Разыграю сатен на кивас. Что тебе нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше 100 рублей? Тебе нужно быть подписанным на этот канал, поставить лайк этому видосу и под видосом написать комментарий минимум из 5 слов. 5 слов, ребята. Буквы — это не слова. Учтите, пожалуйста. Потом не надо мне строчить в чат, доказывать, что буквы — это являются словами. Ну, а завтра на стримчике уже подведем итоги и узнаем, кто же стал победителем. Так, в общем, смотрите, что... А, я ж пополнился, я ж только пополнился. Я, короче, за 250 закинул 100-рублевый там промокод. Вот, 100-рублевый промокод. Покрутим сейчас 3 раза фришку. Заберем 3 грозы, ну, надеюсь, 3 грозы, а нет, сверхновую все-таки заберем, да? Ну, может, на розыгрыш пойдет за 34 рубля, ну, может, может быть, и можно было бы, конечно, за 34 рубля тебя разыграть. Ну, тогда 2 грозы, нет, спираль, да? Спираль, ну, что ж, это 20 рублей, ну, нихуя себе, уже 50 рублей с фрикейсов. Уже 50 рублей с фрикейсов выпало, что такое происходит с изидропом? А, вот она гроза. Вот она гроза за рубль 45, чудесно. Все, у меня, короче, там есть бонус, 30% скидка на кейс от этот, ну, значит, я крутану. Кейс случайно засекреченная, с целью вытащить скин дороже 100 рублей, потому что обычно мне здесь, когда я крутил, падало что-то рублей за 60, как и в этот раз, да? Или нет? За 154, слушай, я... Цель выполнил. Я выполнил цель, я вытащил скин отсюда дороже 100 рублей. Молодец. Вот. Ну что, теперь цель у нас выбить Драгонлор, да? Теперь цель у нас выбить Драгонлор. Как интересно у нас это получится сделать. А точнее, с какого кейса? Да шучу, блядь, какой Драгонлор? Чё, блядь, поверили, что ли? Ага. Ну вот, давай бомжа покрутим. Эх, хуй знает, что я бомжа стал крутить. Хотя, наверное, ну тут понятно, блядь, Confedition Zero я тут... Это он меня полюбил, этот Confedition Zero, блядь. Я не знаю, что за беда. Что за беда с этим Confedition Zero? По откату падает. А, еще и гроза падает. Вот, я и забыл, что, сука, тут гроза есть. За рубль 43. Ну, бомж меня возненавидел. О, у меня даже на бомжа не хватает. Сейчас пойдем ширпу крутить. Короче, очень короткий ролик, да, получится у нас. Очень короткий ролик у нас получится за 6 рублей. Ну, на бомжа хватает. Блядь, не знаю, что... Что, давай мы тогда вот это добро продадим. Вот это добро продадим. Так, ну что, бомжик. Два раска мы тебя еще крутанем. Дадим тебе шанс на то, чтобы ты выдал какой-нибудь сочненький дроп. Ну, мог на страже остановиться вполне. Вполне на страже бы остановился, бы это меня устроило. Ну, ты решил остановиться не на страже. На чем ты там остановился? Валентность какая-то там была, да? О, опять гроза. Да что ты заебал? Уберите нахуй вы грозу с этого кейса-то, блядь. Она из ширпы, блядь, по дефолту падает. Еще здесь, блядь, заебали. Как-то хуета, короче, падает. Вообще непонятная, блядь. Что за говнище? Что, блядь? Вот как Изик сливает. Когда Изик сливает, это сразу понятно. Понятно? Видите, бронзовая декорация. 10 рублей. Точно, 10. Ой-ой, какой нахуй контракт, что ты творишь, какой контракт, продать ее нахуй, продать вот эту балабалику. Ну, надо что-нибудь, конечно же, для этих оставить, для апгрейдов, это, блядь, страшно даже, апгрейды какие-то тут, ну, лютая какая-то дичь падает, реально. Наверное, надо сюда почаще заглядывать, может быть, не так, что там, блядь, раз в недельку, да, крутить, а... Если на ежедневной основе, то тогда, может быть, он будет, конечно, посочнее что-нибудь насыпать. Вот, на один кейс мне дал, и все. Вот, знает.
шансов. Нет, не дает шансов, не дает шансов. Так, давай апгрейд. Ну-ка, давай тебя. Ну вот, камуфляж пантеры. О, чё, мимас? Нет, не залетает, не залетает. Медуза, нихуя медуза стоит бабла-то прям. Ну-ка, от тебя насколько можно? Ну, на косарь-то жестко. Ну-ка, если давай мы тебя на 300 попробуем. Ну, чё, бля? За 300 рублей что здесь можно вытащить? И наклейку единорог, да? Прощальный оскал. Такая, тут за 300 рублей скинов-то красивых нет. Сколько? Шанс 47%. Ну что, блядь? Это уже хуй знает какая попытка, короче. Примерно на 50% заапгрейдить скин на изидропе. Я просто в ахуе. Давай посмотрим. Давай. Давайте поглядим. Чё, балабас? Да ладно, зашло. Нихуя себе. Вот это да. Вот это да. Зашло, блядь. Ничего себе. Я аж прям удивлен. Ну, его я тогда и заберу. Я, короче, закинул 250, что-то выбил тут за 300, там, да. Ну, хоть что-то выбил. Ну, по крайней мере, зашел апгрейд на 50%. Я этому очень рад. Безумно рад, потому что, блядь, первый апгрейд зашел на 50% вообще у меня. В общем, на этом тогда все. Видос получился вот такой коротенький. Я не знаю сейчас, что с изидропом. Если открываете на изидропе, напишите в комментариях, как у вас вообще там с этим дела обстоят. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся завтра на стримчике. Всем пока и до новых встреч.